Камилицы и не поверили Аскарову. Есть у суда такое право усмотрения, кого верить, а кому не верить. И приговорили его к пожизненному заключению в высшей мере наказания в нашей стране. В ноябре 2012 года Аскаров обратился в Комитет ООН по правам человека в соответствии с факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах с сообщением о нарушениях статей 7, 9, 10, 14, 19 Международного пакта о гражданских и политических правах в ходе следствия и судебного разбирательства по его делу. Право обращения в Комитет по правам человека ООН обусловлено факультативным протоколом Комитета Международного пакта о гражданских и политических правах, который подписан Кыргызстаном в 1994 году.